Авіабаза Кубінка, гордість воєнно-воздушних сил России. Аплодируем Любченка. Дорогие друзья, человечество с давних пор мечтало о покорении воздушного океана. И эта мечта осуществилась в начале 20-го столетия. И мы по праву гордимся тем, что в историю отечественной мировой авиации золотыми буквами вписаны открытия и подвиги военных конструкторов, летчиков, инженеров и техников. Именно офицер Великой России построил первый в мире самолет. Именно военные летчики стали первыми героями Советского Союза. Слава военно-воздушным силам России! Thank you.
подготовки пилота. Что мы все можем сказать? Саша Ролика на доске, товарищи! Спасибо! А я хочу повторить, что все летчики и пилотажные группы русской дивизии проходят службу по контракту. И на Волжской набережной чуть-чуть левее сцены находятся палатки, в которых вы можете получить всю информацию о прохождении службы по контракту. Настоящие мужчины уже сделали выбор. Они в пилотажном строю русских дивизий. А мы еще поднимаем фотоаппараты, руки в небо. Роспуск начали!